главной чертой российского национального характера является жестокость. И то жестокость садистическая. Дети России, вы Максима Горького знаете? Вы же такие тупенькие-притупенькие. Может, и не знаете. Говорю не об отдельных взрывах жестокости, а о психике, о душе народной. Я просмотрел архив одного суда за 1901-1910 годы, и меня охватил ужас от огромного количества невероятно жестокого обращения с людьми. Вообще у нас в России каждый с наслаждением бьет кого-то, и народ считает биение за полезное, так как же составил поговорку «За битого двух небитых дают». За 1917-1919 годы крестьяне закапывали пленных красногвардейцев вниз головой так глубоко, что из земли торчали ноги, не потом смеялись, как те ноги дергались, они или высоко надели, прибивали гвоздями одну руку и одну пыточные ногу и наслаждались нет, мучениями нет. жертвы. Красногвардейцы же сдирали из живых пленных деникивцев контрреволюционеров кожу, забивали гвозди в голову, вырезали кожу на плечах, как офицерские погоны. Максим Горький, русский советский писатель, поэт, прозаик, драматург, журналист и общественный деятель, публицист о русском крестьянстве, 1922 год.